ребята. А теперь давайте посмотрим, как себя ведет китайский прибор Indutex с Volvo Euro 6, которая пришла из-за границы. Машина 19 года, Euro 6, впрыск, Common Rail. Что Indutex видит? Ну, к слову сказать, я его не так давно опять обновил. Я вам говорил в предыдущих выпусках, что он часто обновляется, практически каждую неделю. Я его опять обновил. А до этого я не пытался работать с Volvo. Это первый раз, первый мой опыт. Итак, смотрим. Volvo Euro 6 с обыкновенным турбонаддувом, не турбокомпаут. 19 года, 500-я прошивка. Блок управления двигателем. Меня интересует блок управления двигателем Indutex. Смотрим, прочитает он Volvo или нет. Volvo Can. Ну, давай, давай. Система управления двигателем. Трансмиссия. Центр шасси. Pressure Manager. Электронная тормозная система. Модуль управления последующей обработки. Rear шасси. Модуль ввода-вывода переднего шасси. Вишле Master Control. Кабинный модуль. Все есть. Но система управления двигателем. Системная информация. Неплохо так. Для китайского приборчика, я вам скажу. Дальше. Коды неисправности. Чтение кодов. Редакция. Уровень умеренно низкий. Нет информации о подтипе. Понятно. Список данных. Что он тут может? Выбираем все данные. Так, так, так. Батарея, температура масла, двигатель, расход топлива, крутящий момент, значение нагрузки, скорость двигателя, скорость автомобиля, барометрическое давление, температура окружающего воздуха, педаль акселератора, положение рециркуляции отработавших газов, поршневые охлаждения, давление масла, но это понятно. Давление картерных газов тоже понятно. Насос охлаждающей жидкости, предварительный нагрев, время на круиз-контроле, топливо, используемое в режиме круиз-контроля, частичное расстояние на круизе. Много чего видит. Давление масла в канале охлаждения поршня, температура блока управления. Неплохо так. Вентилятор, шим-сигналы. Общее количество топлива, используемое двигателем. Количество топлива в поступлении. Это в общей сложности на двигатель топлива. 4339. Минимальная температура охлаждающей жидкости. Минимальное значение температуры масла. Минимальное значение температуры масла. Так, клапан выпуска. Крутящий момент. Время работы двигателя 6879 мод-часов. Время работы на холостом ходу 1695. Неплохо. Коррекция по инжекторам полностью. Ну, значит, мы потом заведем, посмотрим. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Банк данных до катализатора, после катализатора. Очень все неплохо. Достаточно подробно. От Blue. Информация, общее время работы с активным режимом неисправности, температура впускного коллектора. Очень много чего интересного. Входной датчик NOX, выходной датчик NOX. Очень даже здорово. Специальные функции, что умеет? Инжектора кода, ограничение скорости холостого хода, параметрирование программирования, сброс параметра функции, калибровка турбина. Ну, давай попробуем заведем. Запуск. Ну, еще раз войдем в систему управления двигателем.
список данных. Выбираем все. Ну и еще раз. Уже на запущенном двигателе. Общий пробег 361 970 километров. Давление моторного масла в килопаскалях, то есть 2,7 бара. Расход топлива 2,4 одномоментный, это много. Машина в прогретом состоянии находится. Так. Ну-ка. Что нас интересует? Нас интересует коррекция по топливным цилиндрам. Коэффициент смещения подачи на форсунке. На первый плюс 3, на второй минус 13, на третий 0, на четвертый плюс 1, на пятый плюс 8, на шестой минус 2. Вторая форсунка минус 13. Ну, немножко есть вибрация, когда кладешь ногу на педаль газа. Температура наружного воздуха есть у нас. Ну вот смотрите опять, да, температура выхлопных газов. Банк 1 84,8, банк 2 88,9, 89, это плохо. То есть, в принципе, подкапчивает эта машинка. Среднее потребление от Blue 0,6 литров в час. Это нормально. Так, Transmission ЕКУ, системная информация. Пожалуйста, все есть. Коды неисправности, чтение кодов. Нет кодов. Это хорошо. Список данных. Дата лист групп 1. Смотрим. Одометр 361,970. Температура наружного воздуха есть. Жалко, что по-английскому, но, в принципе, я понимаю, что написано. На самом деле много данных, даже очень. Цилиндр сцепления позиции и так далее и тому подобное. Пропускание цилиндра позиции. Подача потока воздуха 8,5, почти 8,6 бара, нормально. Скорость промежуточного вала. Наклон трансмиссии. Калибровка трансмиссии.
DataList 2. В чем разница? Скорость передачи данных входного вала. А, понял, понял. Износ сцепления 20. Так, специальные функции. Что может? Калибровка сцепления. Калибровка коробки. Параметрирование коробки. Ага, активный тест. Проверка износа сцепления, активация сцепления клапанов шин, цилиндр сцепления, разъемный цилиндр, цилиндр переключения передач, датчик скорости передач, сцепление перетащить, электромагнитный клапан, диапазон цилиндра, цилиндр переключения, шим-клапан, датчик давления. В принципе, много чего есть. Вишле мастер контроль, системная информация. Но я все не буду читать, потому что я уже прочитал его своей стандартной диагностикой. Просто то, что меня не, то, что меня интересует, хочется посмотреть. Коды неисправности, чтение ошибок. Электронный замок, рулевое отсутствие сообщения. Нет информации о подтипе, потеряна связь с модулем B. Слушайте, в принципе, АПМ, нет информации о подтипе. Дата последнего и первого проявления. Все есть, в принципе. Список данных. Ух, тут сколько листов. Не буду это листать. Специальные функции. Калибровка осушителя воздуха, калибровка датчиков дождя, параметрирование программирования, педаль акселератора, калибровка. Очень неплохо. Так, а вот все-таки список данных. Ну, допустим, лист первый. Что он тут имеет в виду? Достаточно все подробно. Одометр 361 970. Ну, в общем, с Volvo работать этим устройством можно. Китайская диагностика все берет на Volvo Euro 6. Достаточно, в принципе, подробно берет. Индутекс работает нормально. Но, опять же, я недавно обновился. Сейчас покажу, как это было. Обновляется приборчик Индутекс через точку доступа Wi-Fi. Видите, сейчас на Volvo 59 мегабайт устанавливается. Достаточно долго. Вообще было 37 обновлений. 31 он уже установил. Вот, систематически обновляется, я не знаю, наверное, раз в неделю что-нибудь обновляется. Ну, вот так. Эти обновления, что касается данных по автомобилю. Дальше тут идет специальный тест, но сначала я вот это устанавливаю, потом посмотрю, есть ли там какие-нибудь обновления или нет. Вот, загрузок 37, да. Теперь смотрим специальные тесты. Ну, здесь уже все нормально. Это я уже ставил. Ну, вот обновление. Ну, допустим, Volvo. Что там? 14.0. Модель Truck Bus Construction Machinery. ETK. Информация. Синхронизация. Upgrade. English версия. Назад. Ну и больше у нас обновлений на сегодня нет. Выключаем. У нас Wi-Fi. Wi-Fi выключаем. Все, хватит. Цифровой тахометр. Модуль водительской двери. Нажмем назад. Шасик модуль. Модуль ввода-вывода переднего шасси. Вишле мастер контроль. Только что так мы были. Кабинный модуль. Ридер шасик модуль. Модуль последующей обработки. Система управления двигателем.
блок управления помощи водителю, телематика, датчик положения полосы, вперед смотреть датчик, комбинация приборов, аудио, отображение вторичной информации, модуль климат-контроля, модуль пассажирской двери, модуль водительской двери, модуль управления жилой средой, цифровой тахометр. Ну, давай в тахометр зайдем. Системная информация. Пожалуйста, все видит. Список данных. Что он тут показывает? Размер шины показывает. L-фактор. Ограничение скорости 90. V-фактор. То есть W. ВИН-номер. Килобит секунда сколько? Коды неисправности. Драйвинг валид, драйвер карт нет. Информация о подтипе. Ну и дата стоит. В принципе, все читает. Ресюр менеджмент даталист. Пробег 361 970. Температура окружающего воздуха. Ну и так далее. Давление по контурам у нас ровное. Но в коробке я вам показывал тоже все зашибись с давлением. Все очень хорошо. Но вполне себе Indutex информативен, я вам скажу. Ребята. Показывает сигналы на модуляторах, расход воздуха, прицеп давления воздуха, ну и так далее. Если прицеп, конечно, есть или был бы. Неплохо все. Комбинация приборов. Информация о блоке. Коды неисправности. Чтение кодов. Электронный блок управления. Неожиданная операция. Понятно. Специальные функции. Параметрирование. Список данных. Не поддерживает. Активный тест. Комбинация приборов. Инструмент. Кластер. Ну вот вам диагностика Indutex китайская. С Volvo разбирается Евро 6 на ура. Машина 2019 года.